Начнем с новостей. Заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Дагестану, полковник внутренней службы Магомед Муртузалиев, его дочь, племянник и водитель убиты сегодня утром на окраине Махачкалы. Как рассказал РИА Новости представитель следственного управления, неизвестные обстреляли автомашину «Волга», в которой находился Муртузалиев с семьей. Машина загорелась, все находящиеся в ней люди погибли. Муртузалиев возглавлял оперативный аппарат управления ФСИН. Напомню, что накануне в Махачкале произошел двойной теракт. Две загруженные взрывчаткой машины по очереди взорвались в самом центре города. В результате один полицейский погиб, пострадали более 60 человек. Большинство раненых — сотрудники органов, приехавшие на место взрыва первой машины. Источник интернет-издания «Газета.ру» в силовых структурах Дагестана заявил, что взрывом в Махачкале могли быть местью за недавнюю ликвидацию лидера подполья города Хасавюрта.